Всем привет! Сегодня готовлю вкусный, сытный и очень экономный обед. Итак, я купила вот такие две шейки индюшки. Вот такие здоровенные, на них мясо полно. Они стоят 110 рублей, две штуки. Ну и еще 10 рублей на морковку и лучок. Сейчас шейки ставлю варить в большой кастрюле приблизительно 1,5-2 часа. В общем, до тех пор, пока мясо будет хорошо отходить от костей. В бокал разбиваю яйцо. Добавляю водички, соли где-то 1/2 чайной ложечки. Воды половина бокала где-то приблизительно. И все это вилочкой взбиваем. В миске у меня приблизительно 1 стакан муки. Добавляем сюда жидкие ингредиенты наши. И замешиваем тесто. Добавлю немножко муки. Еще раз перемешаю. Насыпаем муку на стол и буду выкладывать тесто уже на стол. И теперь добавляем мучицу и замешиваем тесто. Тесто должно получиться довольно крутое. Вот так потихонечку. И делаем такое плотное тесто. Тесто готово. Оно получилось таким плотненьким. К рукам уже не липнет. Вся мука у меня вошла в тесто. Формируем шарик. Вот так. Накрываю его. И пусть постоит минут 15-20. Все, и раскатываем тесто тоненько-тоненько. Нарезали тесто вот на такие полоски. Наложили друг на друга и начинаем нарезать лапшу. И вот так ее разъединяем. Вот столько у меня лапши получилось. Это из половины теста. Итак, процедила я бульон в другую кастрюлю, которая поменьше. Добавляю сюда вот так мелко нарезанную картошку. У меня тут две штуки. Сейчас посмотрю, может быть, еще одну добавлю. Сюда же отправляю зажарку лук и морковь. Добавляю сюда лаврушечку. Так, и пусть покипит минут 10. Мясо сварилось хорошо, очень мягкое, от костей отходит хорошо. Вот смотрите, я снимаю вот эти шкурочки. Она очень тоненькая шкурка, ее снимаю и мясо отделяю от костей. Вот такие вот кусочки мяса получаются. Итак, 10 минут картошечка поварилась. И теперь отправляем лапшу в кастрюлю. Оставляем повариться еще минут 5. Вот такая куча мяса у меня получилась. Смотрите, такая большая салатница. Часть я отправлю в суп, а часть у меня пойдет на второе. Отправляем в суп мяско. Последний штрих, добавляем зелень. У меня замороженная. Все, вкуснейшая домашняя лапша готова. Накрою крышечкой и пусть без огня постоит минут 5. Продолжаем готовить. На сковороду налила масло растительное. Высыпаю лук с морковью. И немножечко обжариваем. Буквально минутку обжарили и выкладываем мясо. Бульон я солила, когда варила, но тем не менее мясо не очень соленое, поэтому слегка чуть-чуть прям присаживаю. Также добавляю приправу. У меня универсальная. И красный молотый перец. И обжариваем все вместе.
При желании можно добавить томатную пасту или кетчуп, а также налить водички и сделать подливочку. Но я сегодня хочу оставить просто обжаренный лук с мясом. Буквально 2 минутки до такого приятного золотистого цвета обжариваем, и все готово. Итак, друзья, сегодня по цене одной бутылки колы и пачки чипсов я приготовила полноценный обед. Смотрите, очень вкусная домашняя мясная лапша, целая кастрюля, которой нам еще и на завтра хватит. Плюс у меня остался бульон с мясом и тесто для лапши, которое я уберу в морозилку и достану, когда мне нужно будет. На второе у нас мясо, жареное с луком, очень мягкое, очень вкусное оно получается, подходит к любому гарниру. У меня сегодня пюрешка картофельная, можно с рисом, с макаронами, с гречкой, в общем, с чем угодно. Вот такая вкусняшка у меня получилась. Поэтому готовьте дома, экономьте деньги, не ешьте всякую ерунду. Можно совершенно недорого, очень полноценно и вкусно питаться. И еще один советик. Вот здесь у меня вот такая банка здоровая капусты квашеной. Я купила вилок 2 дня назад за 22 рубля. Небольшой вилочек, из него получилась целая банка квашеной капусты. Полезный, вкусный, недорогой продукт. Как делать квашеную капусту, я оставлю ссылочку внизу под видео. Итак, ставьте лайки и пишите в комментариях свои рецепты экономных вкусных блюд. И я обязательно попробую что-нибудь из этого приготовить. На этом все. Всем пока. До новых встреч!